Наших членов жюри будет Дархан Аукенов, город Павлодар. Привет, Дархан, можешь проходить на сцену? Как дела? Отлично у вас. Спасибо, хорошо. Как настрой? Супер. Волнуешься, потому что ты сегодня не просто открываешь конкурсное прослушивание, а целую историю конкурса? Нет. Волнуешься? Тогда давайте поддержим Дархана. Мы желаем тебе удачи. Дархан исполнит для нас Абреу Тико-Тико, Море Парижской Габен. Thank you.
Это было просто супер. Но Дархан, не торопись уходить со сцены. Твой конкурс на этом еще не закончился. И теперь предстоит отгадать загадку. У него рубашка в складку, любит он плясать в присядку. Он и пляшет, и поет, если в руки попадет. 40 пуговиц на нем с перламутровым огнем. Весельчак, а не буян, голосистый наш баян. Молодец, и вот за твой выбор мы предлагаем тебе шоколадные изделия. Все, спасибо. Ну что же, это был Дархан Аукенов. Давайте еще раз бурно поддержим нашего участника. Ну, а мы продолжаем. Следующего нашего участника зовут Максат Балтабеков. Город Астана. Встречаем. Здравствуй, Максат. А где ты учишься? Сколько тебе лет? Я учусь в 74-й школе, в 3-й музыкальной школе, и мне 12 лет. А кто твой педагог по специальности? Да, Галина Александровна. Залом, давайте поддержим нашего Максата. Участник под номером 2 исполнит нам Божилин «Солнечный зайчик», Беляев «Мишка Косолапый». Найдешь родство. На деревне торжество, без нее не обойдется. Под нее легко поется, только кнопочки затронь этот инструмент. Молодец, и ты получаешь от нас поощрительный приз. Спасибо за твое выступление. Ребята, вам нравится? Да! Что-то я не слышал. Можете еще громче? А еще? Ну что ж, самое время пригласить на сцену третьего участника, а точнее участницу. Галян Дарья, город Астана. Привет, Даша. Сколько тебе лет? 15 лет. А занимаешься ли ты чем-нибудь еще, кроме музыки? Нет. Значит, ты видишь себя в будущем музыкантом, а именно аккордеонисткой, да? Да. Давайте похлопаем Даше. Сегодня она исполнит для нас Вивальди аргентинская танго «Long Glass, Tutto Finesse».
предстоит отгадать загадку. Слева от фортепиано, справа кнопки от баяна, а меха как на гармошке, это ясно даже кошке. Ну, конечно, это он, инструмент. Аккордеон. Молодец. Спасибо за выступление. Ну, а мы приглашаем следующего участника под номером 4, Олег Гирко. Это самый юный наш участник. Олег, а сколько тебе лет? 9 лет. А со скольки ты лет играешь на баяне? 6. Какой большой молодец. Олег, а ты хочешь стать в будущем музыкантом? Да. Молодец. Ну что, давайте поаплодируем Олегу. Олег исполнит Божилина «Зонтики». Беляев «Волчок, серый бочок». Скоромохи с ней ходили, песни пели, веселили. Всех на ярмарке зевак, что в карман упал пятак. Самый шустрый отвечайка, инструмент наш. Балалайка. Молодец. Молодец. Спасибо тебе за твое выступление. И мы переходим к следующему нашему участнику. Иманали Жылкайдаров, город Астана. Сәлем, Иманалик, қалың қалай? Ағы бірет қайталаш? Жақсы. Қобал жұп тұрсың ба? Кішкене. Сенің жасың нешеде? Онда. Қалай ойлайсың, бүгінгі байқауда жеңіске жете аласың ба? Онда біз саған сәттілік тілейміз. Иманалик Жылқайдаров, Астана қаласы. Тариган Кугарачы, Ла Карантелла. Thank you.
Тарасин Вали Рахмет, біз сен үшін бір жұмбақ айтадық. Оның шешімін тауып, көресің ба? Скрипке старшая сестра, с ней не скучно у костра. Подберет любой мотив, у нее есть струны, гриф. Шесть колков, изящный стан, корпус словно барабан. Но не выдержит удара, инструмент зовут... Жарайсын барекелді, инструмент. Рахмет. А сейчас на эту сцену выйдет еще один маленький участник. Карачаров Богдан. Привет, Богдан, проходи. Как дела? Хорошо. Сколько тебе лет? Ты волнуешься? Нет. Молодец. Кто сегодня пришел тебя поддержать? Мама. Мама? Ну что ж, давай начнем. И Богдан исполнит для нас «Пожили молнии после дождя». Большую, но сложную загадку. Ты готов? Тонкий прут из твердой стали, клавиш нет и нет педалей. В нем не больше трех углов, звук, как звон колоколов. Инструмент, конечно, мал, но с оркестром поиграл. Угадает даже школьник, инструмент наш... Другой. Молодец, и мы предлагаем тебе на выбор две шоколадки. Бери, какую хочешь. Оттуда. Спасибо. Все. Молодец. А следующий наш участник прибыл из далекого Талдыкургана. Давайте поддержим его. Рашид Сагадиев, город Талдыкурган. Зубков. Мелодии из кинофильма «Цыган». Дербенко. «Русский сувенир». Thank you.
свете. Давайте поблагодарим Рашида за его отличное выступление. Рашид, прежде чем ты уйдешь со сцены, расскажи, волновался ли ты? Нет. Но это было заметно. И сейчас у нас для тебя загадка такова. Это мастер на все руки, в нем живут любые звуки. Пианино, барабан, скрипка, дудочка, баян. Еще один момент. Автоаккомпанемент. Спецэффектов в нем не счесть. MIDI-выход даже есть. Клавиши и генератор. Что же это? Молодец. Побери, что тебе больше нравится. Спасибо за твое выступление. А мы продолжаем плыть по волнам эстрадной музыки. Но что это? На нас надвигается шторм. Анатолий Сысоев. Ваши аплодисменты, Анатолий Сысоев, город Астана. Толик, как настроение? Классно. Молодец. Тяжело шла подготовка к конкурсу? Да нет. Все было легко. Сейчас ты сыграешь супер. Кто предложил тебе участвовать в конкурсе? Галина Сергеевна. Ну что ж, мы все вместе желаем тебе удачи. Давай соберись и покажи все то, что ты готовил. А Толик для нас сыграет Буавель Амур Пасадо, Колумбини Пизарино.
сложившейся традицией мы хотим загадать тебе загадку. Он шумит, как погремушка, но при этом не игрушка. Ясно каждому из нас, что отгадка – ананас. Весьма оригинальный вариант ответа, но давай попробуем отгадать еще раз. Он шумит, как погремушка, но при этом не игрушка. Ясно каждому из нас, что отгадка – ананас. Да ладно, шучу, маракас. Молодец. И давай, выбирай. Целых три. Хорошо. Молодец. Ну а следующим на сцену выйдет Егор Трофимов, Житикара. Егор, скажи, а ты раньше бывал в нашем городе? А ты волнуешься? Нет. Ну тогда давайте пожелаем удачи Егору. Егор исполнит Пожилина «Зонтики», «Серпантин».
Ты, Гора, для тебя загадка. Больше скрипки в 10 раз, инструмент тот... Нет, не ананас. Контрабас. Контрабас, молодец. Спасибо за твое выступление. А следующая наша конкурсантка приехала к нам из Шортанде. Встречаем Дильнас Тюлюбаева. Привет, Дильнас. Как тебе наш зал? Хорошо. Как настроение, волнуешься? Ну да, немножко. Это твой первый конкурс? Или уже был участвовал на конкурсе? Нет, первый. Не волнуйся, мы уверены, у тебя все получится. Мы желаем тебе удачи. Итак, Дильнас исполнит для нас вальс «Радужные глаза», фокстрот «Вниз». Черные значки и не случайные крючки на линеечке стоят и мелодию хранят. Музыкальный алфавит непривычен нам на вид. Ноты. Молодец. И завершает конкурсное прослушивание младшей категории Константин Шевченко, город Астана. Привет, Костя. Здрасте. Сколько тебе лет? 11. Волнуешься? Нет. А можешь нам рассказать, почему ты выбрал именно этот инструмент? Ну, не знаю, родители отправили. Коротко и ясно. А на конкурс родители или сам? Родители. Хорошо, значит, ты должен хорошенько сыграть и обрадовать своих родителей хорошим результатом, да?
Что ж, Костя исполнит для нас два произведения: «Феррари домино», «Божилин молнии». Нашей уже сложившейся традиции есть загадка. Если ты ее отгадаешь, то мы дадим тебе шоколадку. Давай. Но если не отгадаешь, мы ее тоже дадим. Вот, треугольная доска, а на ней три волоска. Волосок тонкий, голосок звонкий. Расческа! Может, еще попытаешься? Треугольная доска, а на ней три волоска. Треугольная доска, а на ней три волоска. Волосок тонкий, голосок звонкий. Говорю же, расческа. Ладно, давай, отдавай ему шоколадку. Правильный ответ был балалайка. Стой, не уходи. И это был наш последний участник младшей категории. А сейчас мы приглашаем на сцену всех участников младшей категории. Аукенов Дархан, Балтабеков Максар, Галян Дарья, Гирка Олег, Жилхайдаров Иван Али, Карачаров Богдан, Сагадиев Рашид, Анатолий Сысоев, Егор Трофимов, Зеленас Тюлебаева и Шевченко Константин. Бурные аплодисменты, ведь именно эти дети открывали первый эстрадный открытый республиканский конкурс Академии Степневоенистов. Чего мы вас позвали на сцену? Чтобы поставить баллы? Да, молодец. И мы просим
наших уважаемых членов жюри выставить оценки участнику номер один. Аукенов Дархан, город Павлодар. 9, 10, 9. Виктор Петрович? А, да. И 10. Спасибо большое. Давайте, когда я буду говорить и называть ваши имена, вы выходите вперед. Ваши баллы покажите. Алиби, еще раз. Можно, да, еще раз? 9, 10, 9, 9. Дорогие участники, когда я буду называть ваши имена, просьба походить немного вперед. Участник под номером 2, Максат Балтабеков, город Астана. Его оценки 8. Виктор Петрович, просим вас перевернуть. 8, все баллы 8. Молодец, поздравляю. Следующий участник под номером 3, Дарья Горян, Астана. Ее оценки 10. 9, 9, 8, 9. Поздравляем, Даша. Участник под номером 4, Олег Гирко, Астана. Наш самый юный участник. Что же поставят ему наши члены жюри? 8, 9, 8, 8, 9. Поздравляю, молодец. Следующий участник под номером 5, Иманалижин Кайдаров, город Астана. И твои оценки 9, 8, 8, 8, 8. Спасибо большое. Следующий участник — Богдан Карачаров, город Астана. 8, 9, 9, 8, 9. Спасибо. Участник под номером 7, Рашид Сагадиев, город Талдыкорган. 10, 10. Все баллы 10, все судьи 10, поздравляю! Участник под номером 8, Анатолий Сысоев, также известный как Ананас. Все судьи поставили ему 10 максимальных баллов, поздравляю! Участник под номером 9, Егор Трофимов, Житикара. 9, 8, 9, 8, 8. Поздравляю. Наша девочка, участница под номером 10, Дильназ Тюлюпаева, Шортанды. Все судьи поставили себе восьмерки, поздравляю. И наш последний участник — Костя Шевченко, город Астана. Мы благодарим спонсоров первого открытого республиканского эстрадного конкурса аккордеонистов и баянистов «Голд Аккордеон», ТО «Концерн Цесна Аст», Управление культуры города Астана, начальник управления Мажагулова Булата Бауржановича, ТО «Астана Концерн», детскую музыкальную школу номер 3 имени Сергея Зинкевича Прокофьева, город Астана. Прослушивание младшей категории завершено. Объявляется перерыв на 10-15 минут.